У Зайнутдинова снова поменяется тренер. Вчера Бешикташ объявил о расторжении контракта с португальским тренером Фернандо Сантушем. Стамбульский клуб вчера упустил победу в матче с Омонспором 1-1. Бахтиёр отыграл 86 минут и получил высокую оценку за игру. До конца сезона тренировать команду будет Сердар Топрактепе, говорится в заявлении клуба. Это уже четвертая тренерская отставка Бешикташа в нынешнем сезоне. Ранее были уволены Шинол Гюнеш, Бурак Йылмаз и Рыза Чалымбай. Может, все-таки проблема не с тренером? Холлоуэй нокаутировал Гейджи. Сегодня в Лас-Вегасе на UFC 300 прошел бой в легком весе между Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем за пояс BMF – The Baddest Motherfucker – самый опасный ублюдок. Холлоуэй нокаутировал соперника на последней секунде боя и стал обладателем титула. Гейджи – бывший владелец пояса, который ранее нокаутировал Дастина Порье. Это был третий бой за титул BMF в истории. Арман Сарукян с трудом, но победил Чарльза Оливейру. Бой прошел в легком весе и завершился победой Сарукяна раздельным решением судей 28-29, 29-28, 29-28. Сарукян шел на серии из трех побед и ни разу не дрался за пояс. Оливейра – бывший чемпион среди легковесов, который в последнем бою победил Бенила Дариуша. Гол Феликса ударом через себя принес Барселоне победу. Барса в гостях победила Кадис 1-0 в 31-м туре Ла Лиги. Жуао Феликс на 37-й минуте ударом через себя открыл счет. Его гол стал победным. Реал тоже победил, одолев на выезде Мальорку в матче 31-го тура чемпионата Испании 1-0. Забитым мячом отметился Чоумини. Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками. Интер Майами одолел в гостях Спортинг Канзас Сити 3-2. Флоридцы одержали волевую победу в МЛС. На счету Месси гол и результативная передача. Луис Суарес забил победный мяч на 71-й минуте.